Доброе утро всем! Смотрите, какой у меня на подоконнике расцвел цветок. Очень красиво. Это глоксинья такая потрясающая. Скоро расцветет герань. А тем не менее, сегодня 1 июня. Я всех поздравляю с первым днем лета. А еще со снятием всяких ограничений, карантина. В Турции у нас сегодня открываются рестораны. Но, как видите, погода совсем не желает того, чтобы мы куда-то шли и выходили из дома вообще. Вот такую вот нам она подлянку устроила. Дождь, гром, серое небо. И только недовольная ворона вот там вот сидит и ест кирпич. Посмотрите, она действительно ест кирпич. Мне кажется, некоторые люди скоро уже как эта ворона станут есть кирпич от безнадежности и скуки. Вот такая вот у нас плохая. Ну как плохая? Неприятная для прогулок погода. Никуда не пойдем в итоге.